Но он свое взял. Здесь еще и рикошет был. Конечно, обидно за Леали. В первую очередь, с мячом он вроде бы справился. Удар был сложный, там был еще рикошет. Вот он, тонкий пас. В касание развернулся и тут же под обратный пас. Это работа центрального форварда. И скидки вот такие. Это работа Икарди. И голы забивать в касании, из вратарской. Там уже неважно чем. Хоть подбородком, хоть ногой. Это тоже его работа. И он с этой работой справился блестяще. Мауро Икарди. Бежал на начало показания. Нет. Здесь передача от Перешича. Вернул пяткой мяч Йовитич. И вот он гол центрального защитника. Правда, уже правого. Да, после выхода на поле Ароноки. Джейсона Мурильо. Ну, Интер сегодня обложил штрафную Фрозинона передачами пяткой. Сколько уже этих каблуков мы видели. В конце концов, смотрим. Дождался, паузу сделал. Ах, внутренней стороной стопы вырезал. Под дальнюю штангу. Плотный удар. Леч Брозович. Вот так. Марсело Брозович, проведя на поле там, 3-4 минуты.